Приветствую, дорогие друзья! Я нахожусь в таком замечательном питомнике на природе. Сейчас у нас весна, и самое лучшее, что можно сделать, это подарить жизнь новому растению. Это питомник с растениями, здесь они абсолютно самые разные, и наши отечественные, и зарубежные, но тем не менее всех их объединяет одно целое. Это единая система жизни, единая природа и единые корни и истоки на нашей планете Земля. Поэтому обязательно, если у вас есть возможность купить какое-нибудь растение, купите его, посадите. Если у вас уже есть дома, полейте ваше растение и почувствуйте силу приходящей весны, потому что это действительно несет за собой такую магию жизни, наполняет вас жизненными силами и эмоциями на следующий год.